под спать ребенка, чтобы ребенок ничего не слышал. А почему ты не пошли? И бил, потому что ты меня закрыл, забрал паспорт. А ты улутай. Телефон поставил что? На блокиратор. Знаешь, почему она мне... обратно? Я не могла позвонить. Она обратно. Улетела в Россию. Она обратно, в интернет ты поставил пароль. Я не могла связаться с родителями. А ты не знала, мадам, ты знаю, я сказала. Ты знаю, я сказала. Трогай до меня. Ты знаю, я сказала. Вот именно, Аллах, а ты клялся в Коране и требовал деньги с нас. За меня. Он заходит. И 100 детей. Мэтин, успокойтесь. Оставьте вы эту семью. У вас не один будет сын, а уверена в том и будет 10. Оставьте их, пожалуйста. Давайте послушаем Екатерину, пожалуйста. Пожалуйста, один секунду. У тебя есть дети? Да. Ты могу нажми... Я могу нажми один. Почему и ты не видели, что? Не, нет. Вот. Спасибо большое. Можно продать мое сердце, продайте все. Но только посмотрят мальчика. Я хочу очень ценно посмотреть мои мальчика. Иди и живи своей жизнью. Ты мне не нужен. Я хочу быть со своей семьей, а не с тобой.